Депутат Милли Меджлиса Рамин Мамедов назначен ответственным за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской республики. С этой целью Рамин Мамедов 1 марта 2023 года встретился в городе Хаджалы, в штаб-квартире миротворческого контингента Российской Федерации, временно размещенного на территории Азербайджанской Республики, с представителями армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана. Во встрече принял участие руководитель группы по вопросам незаконной эксплуатации природных ресурсов Масим Мамедов. В группу входят эксперты Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики и закрытое акционерное общество «Азерголд». В ходе встречи были проведены предварительные обсуждения о реинтеграции армянских жителей Карабахского региона в Азербайджанскую республику в соответствии с Конституцией и законами Азербайджана. Контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской республики, продолжатся. Общественности предоставят дополнительную информацию. В свою очередь, спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойва Клаар назвал обнадеживающей встречу в Хаджалы представителей Баку и армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана. Сегодня из Хаджалы приходят обнадеживающие новости о контактах между представителями Баку и армянами Карабаха. Очень хорошо, что обсуждения сфокусированы как на текущих проблемах, так и на более широких вопросах, написал Клаар в Твиттер. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.